Вот мы продолжаем работать на дамбе. Копать. Пруд лагерный. А там к нас решил, видимо, батюшка посетить. Со своей собакой. Вот она, красавица. Бежит. На нас запах услышал. Ну, иди скорее, иди скорее, скорее. Скорее, скорее. Ну, вот сюда вот. Во-во-во. Ой, Володь, иди сюда. Подожди. Ну, пошла. О, хотел батюшка расстаться с такой красавицей. Ой, 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 все надо проверить. Ну-ка, еще, все, пойдет. Пошла. Красота какая. И решил батюшка расстаться с ней. Так я пошел, сколько его уговаривал. Говорил, ты жалеть-то как будешь. Хотя бы не ученая была, а друг-то какой, друг какой. Пошел, поиграл с ней. Патриарх с собакой гуляет, Кирилл. Это говорит о том, что он не чуждается человеческого. Хоть он и патриарх, но все равно человек. Ну, смотри, чтобы не выбило. Ага. Ну. Стой! Не надо здесь. Там самое ценное. Воровка такая, а? На дерево повешать надо. На дерево повешать вон. На сучок. Не, Никита, быстро повешай где-то рядом. Здесь. Кто утащит? А он наведет порядок. Смотри, что мы делаем. А ты там прошел до конца, плотину? Да. Вот как трактор топтал, сечкой бьем, вот сечка, смотри. Вот. Не прорубить ничего. Так это еще подъедет трактор или не, это еще подъедет до трактора, нет? Нет, это трактор. Тут еще не было, это все старое. Вот она пошла, обваливает. Вот так. Как хватит? Вы же знаете, что прорывает у вас там. Теперь вся задача у нас будет, когда это год пройдет, как там теперь от того избавиться? Как заложить его? Да что там, надо от того-то просто, думаю, сделать так, забетонировать и все, край. Там из бетона не хватит. Что? Забетонировать. Забетонировать, но надо дальше-то возводить ее, дамбу-то, чтобы сравнять это с той. А она там не дает, она зауженная. Мы сейчас вот это опускаем, я там замерил, вот это зеркало воды на 20 сантиметров выше. Вот она готова. Перчатку. Ну-ка беги, перчатку, да на, это могла потерять это. Воровка. Она могла потерять это, тащила-то. Все в дом, хозяйственная. Посмотри, где она бежала. Вот здесь, вот прямо, вот здесь, смотри, смотри. Ну бери быстрее! Ну смотри! Все, оселка нету, тащила, потеряли. Потихоньку ходи и смотри теперь. Кто бы знал, что она такая. Что ты делаешь, а? Нашел? Ну не топчи ногами хотя бы, ну иди играй. Ты понимаешь, нет, что сделала? Тащила. Она с ним бегала где-то. Заложи. Придави как-нибудь лопатой. Все домой тащат. Хозяина собака. Еще не попадя, все домой тащат. Она, наверное, в матушку. Ну что, как думаю? Успешна наша работа? Нет будет? Конечно, работа ваша. Вот вчера мы только ушли в обед. Море затихло. Решили идти. Только дошли. Море пошло. Свисток. Бегом домой. Погода-то какая, видишь? Ну, Сергея не простудить. Если он простынет, то опять пойдут. Ему нельзя просто закрывается. Вот рубим и рубим. А тут видишь, камешку разводим. Вот видишь куда? Поднимается там. Вот вправо там. Он не смог делать. Вот сырой 2 года. И он трактор стал пузом садить сюда. Вот даже на горе. И на, а на том почти потеряли трактор. Едва вылез. С этой стороны когда стал? Да, вот с той стороны когда. С той стороны, да? Ну с той стороны, вон он. А с этой стороны он не делал даже.
Ну как с этой стороны? Нагрудил до этой, до прорыва. А с этой до тут до прорыва, там же не пройти. И там встал танк. У нас выхода никакого не было. А где вы такую взяли? Писечку-то. Да уж давно, по заказу. Ну, Володя, ты что-то это. Ну, он рубит, а ты что-то это. Только снимаешь, да? Ты, батюшка, остался бы с нами. Дай батюшке сечку, там может хоть маленько. Порубина. Води в пай. Хоть сантиметр. Ну даже патриарх и то кирпич закладывает в основание храма. Нет, вы считаете, что я на плотнее в пай не входил? Вы не считаете? Вот здесь. Мы считаем, но ты все-таки делаешь. Здесь, на этом месте нет, да? Ну, в этом месте. Патриарх кирпич закладывает для чего? Он участник этого дела. О. Отвороти один раз. Будешь знать, другим рассказывать. Когда будешь, скажешь, ребята мои работают. До конца прорубай, ты не до конца прорубил. Это убрать, а потом она легче так будет. До конца рубить. В конце дальше нельзя. Там, видишь, как равняем. Собаку не тронь. Еще проруби-ка до конца здесь. Уйди. Уйди. Во. Вот так. А у нас вон толкушка. И толкушка, и мы там. Все, довольны. Ладно тебе. Я не могу я остановиться. Вот как у нас все работают. Остановиться не может. А говорят, мы притесняем то другое. Да ладно уж, батюшка, не надо остановиться. Ну, что сказать-то? Надо рядом становиться, заработать. Так, работай пока. Сейчас. Давай, я тебе помогать буду. Иди, Ранка, уйди. Уйди, смотри, по ноге не рубни. Цепь, как это все дается. А кому-то это не надо, чтобы пруд восстанавливали. Ой, ладно. Ну вот, теперь, если мы закончили здесь, подготовим. Досок-то нету, не везут. Мы как думаем делать? Смотри, вот сейчас, когда мы это вот, там уровень сделаем, у нас это уровень с собой, там вот так уровень. Теперь с наклоном сделаем сюда, там высшая точка должна быть. Все это выведем, колышки забьем, почистим. А где у вас уровень? Уровень вон, она утащила его. Синий. Вот такой, да? Да. О, вы возьмите там у этого у Лешки оськи. Да зачем такой? Мы на 3 метра доски ровные ложим. У нас доска трехметровая. Ну, тем-то вы лучше бы было. Нет, трехметровая доска, и мы на нее кладем ровно она. Как будто уровень трехметровый. Понятно. И теперь что? Когда привезут эти стойки-то, мы начнем через 1.5 метра закладывать лаги. И сантиметров 10 может быть туда, чтобы вошло в одно место. Следующую лагу туда, чтобы весной не подняло, если будет их. Ну, да. И поэтому подмывать будет им очень трудно. И после этого заселим. Нет, ну и все равно забить такие какие-нибудь арматурины где-нибудь и захватить еще арматуру. Ну, привязать там это. Не знаю. А что не знаю? Здесь привози хотя бы 3 штуки по краям, в середине. Вбить арматуру там, чтобы она торчала немножко, и проволокой эту лаги прихватить. Это же... лаги, это в этом месте дыра будет. Да какая там дыра-то будет? Там какая? Дыра там, ничего там. Ну, надо не будет, прихватить. Это уже будет. А это может где-то подмыть и все унесет. Не знаю, мы напилили там длинную арматуру, то на эти уже на следующую. Доски-то доски, а. Так вот здесь мы, наверное, уже много убрали. Еще на 10 штык ниже надо. Это что тогда будет? С тем уровнем, который там. Мы не можем выше делать. Если мы сделаем выше, оно начнет переть туда. Пока до нас дойдет, там уже промыло. Правильно. Ты вот что сделай. Вот сейчас эту дорожку у нас пройди и посмотри, как мы сделали. Здесь дамбу-то всю. Ну, так и что? И увидишь, как дамба на чем стоит. Ее же здесь не было. Ну я-то как, я же видел уже, проходил так. Ты поверху проходил. Так. А тебе надо по низу пройти? По низу. Вот самое главное на низу, как она стоит-то на чем. Ну надо. Вот да, прям возле вплотную подбивайся. Да, и увидишь. Нам тропинка уже. Все, пройди. А потом посмотришь, там где привезли шейка, тот самый красный. Ты его не видел еще? Смотри, я с батюшкой, пойдем, блядь. Покажешь, Володя. Вот, смотри, что делаем. Около 300 должны деревьев посадить. Вот они. Видишь, как? Который ты пилил-то. Вот это вот пилил.
И вот теперь держи, как оно, оно помогло задержать. А на чем держать, тогда не забывай. Ну, теперь я удавливал. Видишь как? Коли. И сейчас маленько упало где-то. Помнишь, Таурийская плотина, да. Раньше как было, там плетение не плели. Был плетень стоял вдоль всей этой, ну, чтобы водой не размывало. Будет плетень делать? Да что будет делать? Ну, то, только и всего. Ты поговори, которые люди говорят, скажи, надо плетень сделать. Кому посмотреть? Вот. Погляди. Вот это в камышке, а тут что у нас есть? Можно вокруг это пройти. Пуска. Вон налево, глянь, какие бревна, это все задерживало. Но остатки еще тут падало. Вот тут такой самый штакатель на полах. Бревна-то кто вам? А? Бревна-то кто вам напилил? Ты? Ты? А? Ты напилил нам, да? Во. Иди. Тут и так сыро, она еще. Посмотри, осторожно. О, посмотри. Как он стоял, там непонятно. На чем он держался, бульдозер? Посмотри. Бульдозер-то на чем держался? Ну как, не по земле, на земле, а? На земле. Ну на земле, земля-то на чем держится, ты посмотри. Держится, что? Он уже утоптал и... Вот колен. Именно то, что утоптал, прижал, вот оно как идет. Вот батюшка тут пилил. Ты посмотри, какие колышки тут. То смотреть-то не на что, опасно так было. Поэтому ты когда шел, видел там у тебя, ну, которые сдвинули-то? Как разгладили. Ну да. Которые в яму сталкивали. Сверху пройдет, бой пройдет. А то ты посмотри, что делает. Вот. Теперь вот скажи, как ее забить? На чем держать ты будешь? Вот так, вот сердце забить. Забить и сравнять. Вот это вот сверху. Ну, смотри, только это вот там. Я так думаю, что там сделать бетон, а это завалить уже землей. Где все. Бетон сделать? Ну там, допустим, сколько там, чтобы захватило это. Там до такой небольшой толщины. Стенку сделать и все. Перекрыть. А здесь землей завалить глиной. Ну здесь-то видишь, как она идет-то. Удержаться-то на чем ей? Глиной. Глиной? Я подумал, что это. Между деревьями вот этими вот натянуть проволоку мощную, несколько слоев, а потом телеграфный тут столб положить. Подожди, не лазь, не лазь, пошли дальше сюда, пойдем. А я уже залез. Назад, вот сюда, пойдем сюда. Пойдем, 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 потихоньку. Лезть не надо. Пойдем посмотришь, посмотри, там какие бревна здесь, потихонечку. Вот сюда, шагни. Ты что, не спросился, полез, посмотри, как ему трудно. Вот оно где, внутри. Все. Бери. Вот это одна дамба. С этой стороны. Сколько в ней труда положено, гляди. Это с одной стороны. Если отрезки, отрезки точно так же, с той стороны. Вот оно, гляди, видишь? Сколько тут? Володя, тебе видно? Нет, раз, два, три, четыре на этих стоит. Иначе она все сюда, ни одного камушка почти нет. И на чем бы заправить? Вот, вот когда подбьют, она начнет тогда отваливать. Ты, Володя, все время эти показывает. Ага. Как забивали пули, сделали пули. Это вот батюшка все нам скрыл, теперь бревна туда загнали. Подниматься будет, она может подняться выше намного, потом. Мы сейчас сделаем низко короб, но мы еще метр можем поднимать только за счет короба. Вот она вода стоит, вот он где сел.
надо считать, почти уровень-то. А? Уровень-то чуть повыше, почти одинаково. С чем одинаково? С прудом. А, ты так думаешь, ну пошли. Пойдем проверим, так или не так. Ну, почти, я говорю, может пойдем, не так. Пойдем, пойдем. Немножко ближе, немного еще. Я вот, смотри, он подвез, и видно как, куда. Пуз он прямо сел на это, он сразу назад и больше никак нельзя. Штаны включал? Штаны, молодец. Минусов нет, очень опасно. Идем дальше. Вот здесь он все провел. Смотри, какую он работу проделал. Вот здесь это заросли крапивы, яма была, это все сравнял. Как поле какое ровное, а это в течение одного года зарастет и ничего не будет. Из города, из Барнаула. Ну близко вода, да там еще на полметра туда сел, смотри. Ну почти 2 метра и получается, без малого 2 метра. Вот гляди здесь, я сейчас сойду на уровень воды. Погляди. Стоит. Вот сколько здесь такая же, и еще на полметра там ниже. Посмотри, иди. Так, понятно. Значит, надо было насыпь делать? Нет, здесь, да. Но насыпь надо сделать. Ну, насыпь так... Ну, вода дальше... потому что уже близко грунтовая вода, она и вышла там. Понятно, вода. Понятно, грунтовая вода близко. Так зачем, говорит, вот этот вал сделать? Это для того, чтобы задержать хотя бы на полметра поднять. Ну, да. Ее сейчас нельзя, вот это все разбухнет. Надо, чтобы она устояла, след 5 простояла, обросла травою. А тогда поднимать уровень воды. Сейчас я тут думаю, уровень задержать, потом не будет. Только одно место показали. А теперь, когда ты пойдешь, если пойдешь туда на этот прогуляешься пруд, ну если Маковский был, называется теперь это Костровый, то там увидишь, куда мы переходим. Там точно так же делать надо. Мы ничего главное не испортили нигде. Удержались. Ну дай-ка ветер продует помаленьку, помаленьку. Она нашла что-то мышонок здесь. Мышка. Тут мышей много. Какая собака бежит. Красавица. Вот как. Вот смотри теперь. Это 7 дней он работал. 7 дней. Там какую дамбу. На дороге сколько потерял. На дороге это сколько он вынес на дорогу. Сейчас мы посчитали. Ровно 20 КАМАЗов надо. А, Женя, подойди ближе сюда, подними. А Женя с Игорем Барабашом стоит. Ну, я... трамбуем, потому что ветер мокрое все комками свалял. Хотя главное-то он выровнял по бокам. Я говорю, ты вот глядя на что ты думаешь? А ничего не думаю. Того не может быть, чтобы изо дня в день видеть, как мы уродуемся, то ты ничего не думал, не сказал. Ну а что, я сказать, вроде толку. Да. Я говорю, так сейчас песок будем завозить, но еще он даст. Я говорю, развернулся, будет, мы
Вот. А потом я говорю, крупный щебень. Он сразу замолк. А за ним еще раз, четвертый раз грейдер придет, мелкий щебень завести. Я ему сказал, сколько стоит. Песок только 80 тысяч стоит. Он, денег жалко. Денег жалко. Он сейчас ехал, и Сергею все наговаривал, что у нас епископа нет, мы нищие. И все, то есть ему все чуждо. Был архиерей, не был. То есть нащупывают со всех сторон слабые места, кто слабо стоит. Я говорю, как же нету? А архиерей поминает первый иерарх, а русская православная за границей церкви. Кого он поминает-то? Архиерей знает, кто у нас, а ты не знаешь. А я хочу спросить, у нас вот принято, что если в течение года не был на исповеди, на причастии, человек совершенно не выходит. Он уже лет пять не был. Почему он не выходит? А? Так не ходит, когда придет из... Нет, так, нет, закон для всех одинаковый. Ты ему поговори. Оглашенные за дети, ты обязан выходить. На исповеди не бываешь. Почему Андрей Головач выходит, а он не выходит? Он никакого отношения к церкви не имеет уже. Запредельно далеко. Ни на освящение лагеря, ни на занятия, нигде. Ему это не надо. А ему надо то, кто отступники, вот эти, сразу своими вещами назвать. И глядишь, может, его подвигнет к этому. Мы же не выдумываем, он сам говорит. Сережа с ним поехал, он его дорогой пообразовывает. А у нас епископа нет, мы нищие, незаконные мы там и прочее. То есть они сеют и сеют. А мы боимся сказать в ответ слово достойное подражание. Ты просто скажи ему, когда литургия, соглашенными обязаны ходить. Несколько лет на исповеди не было, еще то есть он не нуждается. Он за церковь нас не считает. А зачем ему стоять? Мы еще не теряем, мы просто разлагаем изнутри уже сами. Рано, пошли. Айда. Так, потом мне звонил вчера этот. Виктор Андреевич. Виктор Андреевич, разговаривал о тебе там, Сергея, что-то не крестить, и то мочение приравнивается к обливанию. А что это ради? Где это нашли такое, что мочение мокрой ладошкой приравнивается к обливанию? Обливание это облитый три раза. Три раза, три ведра на него вылили. Никак покрести его, он очень жаждет. Нет, ну если он был крещен, а как буду крестить? Как он не был крещенный? Он не был крещенный. Если не был. Он не был, не был. Как все мочили рукой. Совершенно неверующий, когда был человек. Неверующий. Беру. Мне приходится сейчас убеждать, которые пришли, а там венчались, как Сергей доказывает. Ну ты же пришел, признал. Да я ничего не знал. Мы не разрушаем. Брак был, остается браком. Ну ладно, это с ним надо говорить. Я его с ним на эту тему не разговариваю. Что будем сейчас заочно? Надо с ним поговорить. Мне сказали с тобой поговорить, Виктор Андреевич. А что со мной? Что ты меня будешь убеждать, мне крестить или не крестить? Да. Да. Именно об этом это я разберусь уже. Буду с ним надо поговорить, как он и все. Я говорю, никто меня попросили, знает. Я сказал. Больше я не говорю. Я один Виктор раз... Андреевич, ты его знаешь? Ты знаешь? А я не знаю. Он не был вообще, не был даже в церкви никак крещен. Я говорю, по-моему, он как-то исповедовался, причащался уже. Ну, ты, говорю, узнай как следует. Еще никто не знает как следует, а уже... Моченый, это... он говорит. Обливание вообще не знает. Виктор Андреевич говорит, узнаю, позвоню. Дело в том, что мочение, это сказать, а обливания вообще нигде нету. Они мочение ладошкой признают за обливание. Какое? Обливать и мочение, это ладошкой трогать, это же разные... Но ты его как будешь обливать? Он лежит на постели, его как обливать? Ведро лить на его или как обливать? Он сказал уже все. Как специально его выносят, кладут меня там на целлофане где-то, это рамки где заклеили, все уже сделано. Ладно. Только прийти надо. Но даже на это никого не находят. Боятся, руки трясутся. Я говорю, а что младенца не крестишь? А он утонет. Ну как же вся Россия крестила, ну, старобрядцы? Ладно, идите, после вас занимайтесь. Я сказал, все. Все. Рано, пошли. Айда. Так, ну все, батюшка, пошли мы. Пойдем. Надо понизу пройти. Еще раз.